Русский бизнесмен много сделал для того, чтобы подтвердить, что он криминальный. И было бы смешно с моей стороны делать из него беленького ягненка. Да? Он бандюга такая, да? Вполне матерая, много очень сумевшая отжать, 100 раз нарушившая законы и все прочее. Да? Мы зафиксируем это как единый портрет и спросим себя, тем не менее, в пределах этого. Первое. Он уже индивидуализировался, или он все еще представляет собой некую коллективную сущность? Ну, говоря на профессиональном языке, он привязан к общаку или отвязан? Да? И это какой общак? Да, там уже международный, внутренних уже почти нет. Да? Все, теперь, это первое. И второе. Он какими-то сосудиками начинает быть связан с веществом культуры и смыслов в своей стране. Он уже ставит перед собой какие-то стратегические цели. Иначе говоря, ему уже нужна страна, пусть сначала как средство. Или он по-прежнему хочет ее истреблять. Как говорят некоторые из них, бабки здесь, аэродромы на Западе. Да? Для нас это имеет огромное значение. Для всех, кто обеспокоен судьбой России, сейчас важно не то, какова была предыстория данного фигуранта, потому что предыстория одинаковая. У всех. У всех. Что предыстория одинаковая, у господина, у всех одинаковая? У всех одинаковая. И имя ей – первоначальное накопление капитала. У всех одинаковое. Я запутался. Ну, как они это? Бандиты, просто спрашиваю. Они бандиты или они капиталисты? В каком смысле? Они капиталисты первоначального, эпохи первоначального накопления, то есть бандиты. Морган бандит? Морган пират. Бандит? Отец или дед Бронфманов, который сначала торговал виски, а потом, как мы понимаем, наркотиками. Бандит? Почему там об этом не спрашивают? А крупнейшие семьи Запада, которые делали свои состояния на работорговле, бандиты? А кто не бандит там? Кто не бандит? Ну, какая-то ничтожная часть людей, которая делала первоначальный капитал на идеях, да? На новых средствах, на новых технических изобретениях и так далее. Отдельные инженеры. Да и то надо спросить, кто финансировал эти исследования. Вопрос же не в этом. Вопрос заключается в том, как эта предыстория была преодолена на следующем этапе. Где-то она была преодолена в Англии, Америке, так сказать, и в других местах, на Западе, там, где началась модернизация реальная. А где-то она осталась главной, и там возникает Гана, Колумбия, Золотой треугольник, Непал, там или это Бирма даже точнее, не Непал. Так мы спрашиваем сейчас об этом. Есть ли люди действительно заинтересованы? Это чем? Они копают грязное белье, ну так пусть они его копают без нас. Мы его видели в 90-м году, обо всем предупредили. Они тогда выли от восторга. Если им теперь не стыдно, пусть они сейчас задним числом это белье раскапывают. Когда Киселев в 96-м году вдруг сказал, оказывается, у нас ведь есть уже мафия. Я выступил и сказал, я в 90-м году сказал, что есть мафия, но сейчас уже нет мафии. Есть новые формы социально-политической организации общества. Это уже не мафия. Если хотите знать, у нас бандиты заместили собой ту зону, которая в нормальном мире должна быть связана с гражданским обществом. Они системно обладают этими качествами. Это уже система, а не мафия. Назовите это супермафия, мегамафия, метамафия, но это уже не мафия. Это уже гораздо более страшные вещи. И мы видим это прямо, мы говорим об этом, но мы-то здесь живем, мы хотим здесь сделать лучше, исходя из того, что здесь есть. Мы пытаемся здесь разобраться, кто из этих людей пытается из всего этого вырваться и может быть опорой при переходе от черного первоначального накопления к нормальному буржуазному развитию. А кто из этих людей тянет еще глубже в это первоначальное накопление? Есть такие, которые уже вырвались. Мне кажется,